Друзья, всем огромнейший привет. Добро пожаловать на славный эндбоксинг азиатские вкусняшки. Настя сегодня рулит. Давай, вещай. У нас вот тут вот. Вот так вот. Там в основном только сладости. Так, ну что? Надо что-то вывалить и сделать заставку, чтобы было красиво на превьюхе. Навали сюда. Такие вкусняшечки. Но я его заказала, ребят, чисто из-за жвачек. Хочу попробовать, какие у них жвачки. Одну уже мы тут развернули. Чисто. Как упало. Чисто попробовали одну жвачку. Ну ничего такая. Ничего такая. На тебе руки. Типа, заставку. Здесь, что самое смешное, это вот такой вот чупа-чупсик. Размером с ноготочек. Вот. Масенький-масенький. Вообще, малюсенький. Миссиписька. Так, ну, давай начнем Миссиписька. С чего-то прям большого. Сегодня, ребятки, у нас среда, 11 сентября. Начнем мы вот с вот этого вот. Тут все на китайском. Это китайское все вроде как, насколько я помню. Чисто китайское. Надо было ножнички взять на всякие. Что тут не все, думаю, откроется. Только я не знаю, где они. Они там? А я не знаю, где они. Так я не знаю. Там ты было вот три пары вот, ножниц. Ты вот это вот поставила и ножницы куда-то убрала. Конечно. На, острый да. нож. Это шипучка. Аккуратный. Это вот шипучка. Ну, надо в рот ее засыпать, да? Да. Немного не надо. Мне чуть-чуть, зачем немного? Такие штучки-дрючки. Смотри, чтобы в зуб не стрельнуло. Больно будет. Они со вкусом винограда. Виноград чувствуется. Вкусно. Прикольно, они хлопаются так во рту. Так, ну, давай сисистик китайский. Китайский сисистик. Сисистик. Ну, все так, во рту до сих пор. Эти штучки положи тоже, ну, чтобы было. Помните, половина все пустое. Пусть валяется. Тебе какой? Зеленый, фиолетовый, розовый. Давай мне какой-нибудь. Я хочу фиолетовый. Такая фигня вообще. Ты знаешь, как это есть? Да. Слава богу. Ой. Вкусненько. На наши не похоже. По вкусу вообще другое. Все, растворилось во рту, но вкусное. Он как такой мягкий порошок. Да-да-да, мягкий сладенький порошочек, да, вот кисленький вот. Такой. Такая давай. Вот. Вот это что вообще? Это мармеладка должна быть. Да? Этот боксик маленький, он небольшой. А, такая маленькая. А, тут две. Стоит 535 или 545 рублей на ВВБ. А, наверное, целая была. Так вот. Она сломалась, походу. Да, была целая, короче. Я много сладкого не ем. Необычно. Ну, вкусная. На, это тебе. Получается, тут что? Голубика, да? Да. Голубика. И голубика или черника? Черника, черника. Это черника. Но она вкусная, она такая прикольная. Штучка такая. Вкусненько. Я вот хочу узнать, что вот это вот. Давай быстрее, мне тоже это интересно. Вот такая еще штучка есть. Маленькая маршмеллка. Но она мягкая такая. Такая, как резиновая. А
А это их жовки, жовки. Апельсиновая жовка. Упаковывают они хорошо. Вкусно пахнет. Это не жвачка случаем, а? Да. Покажи в камеру. Походу, внутри есть переводная татуировка. Вот. Но тут все на китайском. Держи. Такая мисявка с мизинчик. Наверное, она красная. Да. Это жовка, да? Это не конфета? Да. Обычная жвачка. Только что вот это, конечно. Думала, это что-то интересное, что-то язык красит. Нет. Ну, жовка говно. Резина. Угу. Но она пожуется. Говнецо. Сладость выйдет, она будет просто говно. Говнецо. Ну, я потом изжую, вот конечно. Вот интересно, что такое. Тоже шипучка? Покажи в камеру. Все показывай в камеру. Вот. Маленькая тоже. Ну, подожди, тут не... Смотри, палки какие-то. Да мне одну немного не надо. Такие масявки. Они вроде должны быть жеванные. Ну, типа жеваться. Угу. Кисленькие. Апельсиновые кисленькие. Прикольно. Вот это вкусно. Это прям... Так, давай-ка. Где вот эти вот конфетки были-то? Сейчас я найду. Вот, тебе вот такую кислятину, а мне вот такую кислятину. Вот. У меня желтенькая. Я сейчас ничего не вижу. Вот, посмотри, как она выглядит. Ну. Ядерная просто. Она по-любой кисляшка. Во. Если что, выплюнем. Давай, раз, два, три. Господи. Я не могу. Я такую кислятину я не пить могу. Вкусная кассетка. Я не понимаю, что за вкус у меня. У меня лимонная. 100%. Ну, понятное дело. Кислая. Но я всю кислятину обсосала. Я вот хочу вот это попробовать. Это вроде тоже жвачка, но неизвестно. Тут почему-то колосья нарисованы. Пшено, короче. Пшеница. Жвачка с пшеницей. Сейчас узнаем. Может, там семена пшеницы? Фу! Чё, фу-то? Не надо такого. С зернами, может, типа ты имела в виду. Да, это, походу, жвачка. О! Хлебцами фу, пахнет. Каким-то хлебом пахнет. Хлебцами. Хлебная жвачка, что ли? Я не знаю. Жесть. Она хлебцами. Реально хлебом пахнет. Прям хлебцами. Не хлебом, а хлебцами. Да, хлебцами. Вот эти вот сухие хлебцы. Жесть! Это что такое? Как воняет-то! Жесть! Подожди! Мягкая? Да. Хлебцы. Жвачка со вкусом хлебцов. Ну, она прикольная, слушай. Да, это жвачка. Не, ну жвачку с хлебцами, извините. Ходите, все с вами разговаривать, они будут чуть-чуть как хлеб. Это не мое. Тогда мне отдавай. Мне сюда ложи, что ты есть не будешь. Ты же не будешь. Целую пачку, эту жвачку нет. Обжовку. Вот тут давай, в упаковке. Трэш. Необычная. Вообще ужас. Необычная. Тут еще что-то.
Тут тоже вот пшено и какая-то фигня. Какие-то бобы. Это мы сейчас тоже опробуем, как говорится. Тоже жвачка, походу. Блин, опять воняет хлебцами. Ну, не так ядерно. Кофе может, бобы? Нет, тут тофи написано. А, тофи? Да. Ну, это какие-то бобы. Не, без меня не начинай. Кофейная какая-то, кофем пахнет. Бобы, наверное, кофейные. Посмотрите, просто. Ну что это такое? Ну, это потому что тепленькая. Ну, прям с бумагой. Это как вот... У меня ногтей-то нету, я с ноги состригаю, блин, плохие они у меня. Во. С бумагой. Она резиновая такая. Она на что-то похожа. Я тебе говорю, кофейная. Она похожа, знаешь, на какие конфеты? Это конфеты, это не жвачка. Оранжевые, кругленькие. Вот на эти конфеты она похожа. Что, тебе не понравилось? Все говно мне. Давай чупа-чупсы. Тут чупа-чупс. Это жвачка. Со вкусом лайм. Вот, лаймик. Нет, это конфета. Не понравилось? Нормально сожру. Так. Это мое. Вот такие чубрики. Вот такие вот. Ну, пахнет лаймом. Ну, лимончиком. Мне бы другую дала, что ты? Вот эту мне дай. Какая деловая вообще. Клубника. Это с клубничкой. Они одинаковые. А может, это жевательное? Нет. Лайм. Такая вкусненькая. С помадой. Они все вкусненькие, наверное. Да, давай сюда поставим. Так вот. И тут давай дальше. Тут у нас... Что это у нас? Какая-то вот... А, это похоже, помнишь, на ту оранжевую штучку, которую... А, нет, ну, нет, пробуй, нет. Пробуй. Сейчас посмотрим. Открывай. Я не знаю, что это за вкус. Я не знаю. Они вкусные. Реально вкусные конфетки. Белая. Просто белая. Это личи. Личи? Личи. Личи. Они вкусные такие. Мне так понравилось. Так. Там еще есть какие-то. Черника, либо что там еще бывает. Это, я думаю, тоже очень вкусное. Бомбически нереально. О, какая. Дай попробуем. Я за себе заберу. Бомба. Где-то тут еще должно быть. Одна. Или не тут. Вкусная. Вот тут персик. У нас персик вон. И тут прям много этих чупиков. Вроде осталось одна или две. Посмотрим. Прикольная фигня. Вообще. Ну, в тот раз был анбоксинг, и там еще были какие-то снеки. Получше было. Да, а тут чисто сладости. Жвачки. Вот на клубнику похож, но это персик. Вспоминается мармелад Бонди. Сахарный. Или либо нет. Бомба. Вообще чупа-чупсы у них. Так, у нас осталось 1, 2. Еще. Правда, 2. Палочки такие неудобные. На, вот это попробуй. Вот еще 2 чупа-чупса у нас. Получается, опять какой-то фрукт непонятный. Сейчас попробуем. И апельсин. Начнем с непонятного фрукта. Так, боксинг будет длинный. Розовый. Попробуем все. Друзья, ссылку на Wildberries, на этот бокс, я оставлю в телеграм-канале в своем. Блин. В телеграм-чате. Блин, мне это очень знакомый вкус, но я не понимаю, что это. Понимаешь, что это?
Что это такое? Что за фрукт? Что-то близко к мандаринке, но с чем-то при том писем, короче. Но очень вкусно. Я не пойму, что это. Я тоже не пойму, но вкусно. Палочки маленькие, неудобные, капец. А, это у нас апельсинка. Но они вкусные у них такие, вообще прикольные. Ребятка, ссылку оставлю в телеграм-чате. Апельсин, он и в Африке апельсин. Так, ну давайте тогда вот одну ногу. Не, давай вот эту. Вот эту штучку мы попробуем с яблоком. Я вот это прям вообще заберу себе. А мне вот эти вот две. А, то есть это все мне, да? Персик и лайм я только забрала. Лайм. Лайм. Ой. Она покажи. В бумажке, подожди. Яблоком пахнет. Да? Ну, химозный яблоком. Вот. Короче, она в бумажке завернута. Ее сейчас нужно распотрошить. Ой, что это вообще такое? Не понимаю. Персик очень вкусный. Какая-то хрень. На червяка похожая жижа. Не понимаю, что это вообще. Но она, походу, будет очень сильно прилипать к зубам. Это 100%. Мне маленький кусочек, мне много не надо. Вот такая вот прозрачная штучка. Зелененькая. Ой. Прикольная консистенция. Что-то я вообще не чувствую яблока. Там яблока вообще нет. Ну хрень какая-то, честно. Давай вот это. Маршмеллоу с апельсинкой, да? Да. И прилипает к зубам жестко. После этого я буду жрать пюре. Апельсинка особо не пахнет. О, тут еще какая-то жижа внутри. И где, собственно, вкус апельсина? Его тут нет. Ну, прикольная. Так, сейчас будем вот это вот пробовать. Это вот прям очень интересно, что это такое. Чтоб стол не пустовал, Настя, наваливай. О, я хочу вот это еще попробовать. А, это просто лента. Да, кислая. Кислая лента. Мармеладная, короче. Что там? Лимонные штучки. Покажи. Камеру покажи. Мини-лимоны какие-то. Мини-лимоны. Вот. А это что, жвачка? Или нет? Они кисленькие внутри. Угу. Лимончики. Не ставим к микрофону. Ты знаешь, что это шебуршание? Липучая хрень какая-то. Пока пломба. Угу. Это маршмеллоу с с желейной начинкой. О. Ну, прикольно. Потом вот этого давай откроем, приколист вот этого скелетона. Я, короче, шарики проглотила, они ужасно жесткие прям такие. Жесткие. Даже наш ирис, наши ириски отдыхают, какая тут вот хрень. Да ладно, не надо. Я тебе говорю, я вам кричу, ребят, отвечаю. Я вам кричу. Господи. Вкусняшка. Сложно. Ой. На. О, какая мягкая. О, она как арбузом пахнет, это понюхай. Ну, какая. Она очень вкусно арбузом пахнет. А это очень вкусно. Ну вот, ребят, вот это вкусно. Это вкусно.
Так, это у нас... Вот, давай точек конфетки. Самые мои любимые. Я говорю, скелетона давай. А. Прикольная хрень. Поближе покажи, поближе. Скелетик. Прикольно. Ну тут особо не видно его рожа. Она сплющилась. Не, говно. Самый дешманский чупа-чупс в мире. Я хочу вот этот попробовать. Клубничный. Как этот открыть, конечно. Ой, слава богу, легко открывается. Не то, что наш чупа-чупс. Ребят, знаете, какой вкус? Вот раньше были петушки у нас. Вот обычные петушки на палке. Вот да, вот такой вот. Вот это и есть, вот это. Петушок на палке. Такая малявочка. Как бы, знаешь... Вот это что, давай вот это попробуем. Пососал немножко и... Давай ты вот это открывай. Тоже, наверное, подушечки. Так вот это вот. Оранжевое. Ты показала, да? Вот это тоже надо открыть, это то же самое. Да, это такие же вот, что вот тут вот были. Тоже мягкие подушечки. Короче, тогда ладно, сама я. А нет, здесь что-то покрупнее. Да это то же самое, вон. Я одну возьму. Ой, какая кислая. На. Кислятина. Это вкусная. Это яблоко. Клубничная кисляшка. Бери. Апельсиновая жвачка. Блин. А! Что, прилипло? Прилипло к пирсингу. Я не могу открыть. Толпава. Пасё! Бля, все прилипло вообще. Майденька. Что, это жвачка? Ну, это вкуснее. Только тоже химоза. Ну, какая? Она слишком мягкая. Так, давай вот это вот. Мармеладная кукурузина. Я надеюсь, она не со вкусом кукурузы будет. Хотя все может быть. Ни о чем жвачка. Вообще говно. Блин, фу, наешь-то сама. Я же только сказала, только вот не вкус кукурузы. Воняет кукурузой. Бэ. Так ты мне ее открой-то хоть до конца. Ой, я вот это вот. У меня ногтей нету. Это тошки. Наська! У нас это все пробовали уже. Ладно, ты дождешься. Так с таким уже. А что она такая говнянская? Что она такая мягкая? Чтобы все съела, поняла. Я даже это пробовать не буду. И че? Кукуруза! Да? Да! Вот обычно прям вот качан либо в банке. Какой качан? Ну, обычно кукуруза. Говно, короче. Пробуем вот это, машину. Я вообще не фанат кукурузы. Да я тоже. Откроешь? Угу. Смотри, она липучка тоже. О? Хрень. Давай вот это, что вот это? О, смотри, какие тут маленькие червячки, давай. Смотрите. Маленькие червячки. Собаки. Наверное, мармеладные. Открывай. А ногу когда попробуем? Эти-то понятно.
конфетуськи, всякая хрень. Ногу когда попробую? Вот это когда попробую? Вот это хочу попробовать, жвачка. А, мятная. Ты говоришь, они маленькие? А тут один, короче, да, червь? Пахнет-то как. Он вкусный. Вот. Такой длинный. Все, давай сюда. Это мое. Прям сорта оторвало. Нога с, должна с, кислой, с кислым порошочком. Какая? Я не понимаю. Нога такая, реально нога. Она на вкус похожа на... Ну, это виноград, но она похожа на... Виноград. Кислородный коктейль, который раньше вот делали в школе там. Вот на кислородный коктейль похожа. Такая штучка. Ну, обычная нога, вот даже у нас это есть такое. Заходишь, найдешь ногу с кислой вот этой штучкой. Но я больше люблю, когда нога с порошочком. Она прям бомбезная. Так. Кто хочет пососать ноги? Поцеловать пятку. Да. Нюхнуть. Ого. Нифига себе. Фу. Чё? Сначала я подумала, лаком воняет. Да. Прикольная штука. А, засохшая. Сохшая. Короче, вы поняли. Вкусно. А это что, жвачка? Не знаю. Она будто в жвачку превращается. Серьезно? Ты не понимаешь? Не. Это жвачка. Вот та желейка, она ест, а вот белая, это жвачка. Давай попробуем мятную жвачку. Мы до этого пробовали вот эту. Вот тут вот есть наши, как говорится. Как на поднос ели. Да. Но она нормальная, мне понравилась. Но быстро вкус пропадает. Сейчас хотим вот мятную. Точно такая. Точно жвачка. Угу. Ой. Что вылезло? О! Вкусная. Мята. Кусочек мяты вылез. Все, у меня сразу лето, я иду на море. На озеро. Это прям мята-мята какая-то. Мята. Прям должна быть такая. А с жидким центром внутри. Норм, норм. Тут еще есть. А все, больше ничего нет, лежит такие жвачки, да? Куда тебя положить, да? Вкусненько. Так, нам надо вот как-то это открыть. Я не знаю, как. Первая жвачка, которая мне понравилась, просто мятная. Да, я люблю больше мятные жвачки. Это вот раньше была хуба-буба, да? Да. А это маленькусенькая совсем. Клубника должна быть. Клубника, да. Жесткая только. Открывай вот эти. Две. И, наверное, все. Все, вот эту конфетку попробуй. Я хочу вот это хочу. Ну бери, что ты будешь? Это вроде яблоко, давай ты яблоко, я арбуз. Открой мне. У меня нет ногтей. А это что? А, это яблочное, вот это.
Это шоколадное. Давай попробуем шоколадное. Вообще похоже на банан с шоколадом. Не, вот открой потом. Ну, как арбузом пахнет. Вот она какая должна быть в идеале. В идеале. Да, вот такая палка. Шоколадная. Фокусируйся, гадина. Вот это тоже на жвачку похоже. Вот это вот. Я пока не хочу ее пробовать. Только это жвачка. Я хочу оставить. Это вкусно. Бери себе. Да? Мне можно? Спасибо. Мне можно, спасибо. Клубничная. На, вот тебе. Клубничная палочка. Голод, зафигни ты туда. Вон она тянется. Смотрите. Смотрите, что происходит. Вот это есть можно. А это нельзя, типа, да? Она невкусная. Дай мне мягкую вот эту. Ну, вроде вкусненько. Ананасовая. Тоже кисленькие. Люблю я такие подушечки. Не помню, у нас вот тоже такие же где-то продавались. Бежала. Понравилось? Ай, как я такое люблю. Ай, не хочу это. Фигня полнейшая. Это зубодерка, бля. А, тут такие же штучки. Ну, поговорить можно? Господи. Улетела. Ты хотела шарики вот эти попробовать. Угу. Ой, вот это вот интересно. Давай я черную, ты красную, мам. А я нашла уже какую-то. Да это не то. Такая масютка. Интересно, что это такое? Липучая, да? Ну, давай. Ой, у меня нёбы болят. Ну, как тебе? Ну, кисло скажи. Ну, скажи. Нет, у меня уже все в этих трещинах. А с конфет от этих? Из этого больнее даже. Давай. Она действительно кислая. Но она очень кислая. Маленькая, но ядерная. Это кислятина. Я даже тогда открывать не буду пока. На. Так лизнул один раз. Это стопудово тоже кислота. Попробуй своего червяка и давай закругляться. Да, у меня еще конфетки вон те. И вот тут вот они. Да по-любому они кислые. Да, вот эти нет, эти обычные. Это дрожжешки, помнишь, мы вот тоже дрожжешки там ели? Бомжом пахнет. Ты знаешь, как пахнет бомжи? Бомжом воняет. Или старыми ботинками вонючими. Нет, пахнет, знаете чем? Сейчас скажу. Ванильным сахаром. Ничего. Ну, вкусненько. Это вообще с каким? Это манго. Манго воняет ботинками старыми. Конфета и конфета. Ну, после вкуса, да, манго. Вначале реально, как будто я носки чьи-то жую. Ну, такое. Все, мы дошли наконец-то до моих любимых дрожжешек. Вот. Ну, вы помните, мы тоже там такие открывали в прошлом боксе.
чё ты? На. А это что? Это твое. А это жвачка или что? Ну, похоже. Наверное, похоже на жвачку. Это же с этим мясобузом. Да, жвачка. Ну все, друзья, вот такой вот эндбоксинг. Ссылку я оставлю в закрепленном сообщении на свой телеграм-чат, ребят. В этом чате я оставлю ссылку на этот бокс. Заходите, подписывайтесь, заказывайте, пробуйте для своих детей. Уверен, это ему будет очень интересно, новые вкусы какие-то. Угу. Особенно чупа-чупсики. Спасибо, что были сегодня с нами. Пишите комменты, ставьте лайки. Всех обняли. Пока. Всем пока.